Фигурант всегда делает побег на укрытие. То есть смысл этого упражнения, что фигурант снова убегает в укрытие. Да. Понимаешь? Да. И поэтому и собаку со стороны, сбоку собаку укладывают. Сбоку. И она смотрит, ну, куда ей атаковать. А когда ты укладываешь собаку в спину, мне приходится разворачиваться. Поняла? Я это поняла, но он все равно тебе будет садиться. Потому что я поняла, он так и не понимает. Да, и смысл такой, я бегу в укрытие, собака меня сбивает. Дай! А это нападение на собаку в охране. Сюда, малыш, малыш. Сюда, алло, мужчина, сюда, говори. Давай. Он же мужчина. Кажется, дождик начинается. Дай! Нет! 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 Сидеть! Сидеть! Беда! Подскажи, будет дождь или не будет? А будет подходить. По-моему, оторвал. Будет? Нет, нет! А он уже попал. Крышу делать надо. Ну, пока дождь будет. Крыша такой мелкий. А я говорил, ставим палатку, ставим нет, палатку. Нет. А у нее ж, конечно, там великая собака, да? Да. Развлечения. Ну, она же свое ничего не писала, ну. Надо дать ее. Не буду разгоняться, короче, приезжать.